Спеціалісти Гомельського обласного центру профілактичної дезінфекції дали поради по використанні індивідуальних середків оборони під час епідемії коронавіруса. У приватності розмова йде об масках і дезсередках. Чоловік у масці на вулицях городу сьогодні вже не рідкість. Відносини медиків до цього неоднозначні. Шмат хто лічить, що використовувати маски необхідно тільки у місцях масового знаходження людей. При цьому від хворого чоловіка коронавірус не передається на відлегласть більше як 2 метри. І такий факт. Повністю гарантувати безпеку не може ні одна маска. Маски, которые сейчас массово стали выпускать, конечно, раньше их надо тестировать, насколько они защищают. Вообще маска на 100% профессиональной деятельности наша она не защищает на 100% от инфицированности. Потому что там различные требования, там проницаемость и так далее, они испытываются по технологическим нормам. Поэтому маски, я вижу, различные люди носят, там понятно, что не все их защитят, но они уменьшат. Все равно не уменьшают, значит, вероятность проникновения инфицирующей дозы в человека. Они еще лучше защищаются, если человек сам уже инфицирован, чтобы менее загрязнять окружающую среду. Особливая увага дезинфицирующим сродкам. Зараз великим попытом користаются вадкости на основе спирту. По словам медиков, выкористовывать их для опрацовки поверхни у жилых помешканиях не треба. Хопить и звычайной вельготной уборки. При махшимости необходимо отмовиться от таких сродков и у остатних выпадках, бо вадкости с утриманием спирту могут пошкодить скуру рук. Больше эффективным и безопасным является опрацовка рук мылом. Если есть возможность помыть руки, это все заменяет применение антисептиков. Он нужен в таких ситуациях, где вообще нет условий для мытья рук, то есть крана, мыла и так далее, и где-то как предстоят какие-то манипуляции, может даже с лицом связаны, и надо просто воспользоваться антисептиком. Да, им тогда надо воспользоваться. Потому что химическая дезинфекция, в общем-то, это давно уже постулат десятилетиями, она должна быть минимально достаточной. Потому что химии хватает, и чрезмерное применение, она все равно не безвредна, скажем так. Показания к применению химических средств дезинфекции, антисептиков, оно должно быть умеренным.